закажи еще, пожалуйста. А вот через день, через два, когда отработают сыворотка, как ваши ощущения, скажите, пожалуйста? Это будет когда уже... Какой-то неоднозначно. Первый раз делать? Впервые. Да. Такую процедуру впервые. Ну, удовольствие сомнительное, конечно, это точно. А мезотерапию вы делали? Категорически нет. Нет, его боится. Ну, поэтому сомнительное удовольствие. Вы сильно надавливаете? Нет. Чуть-чуть, да? Ну, слегка гиперемия это даже. Это правильно, мы же работаем усиление микроциркуляции. Какую задачу здесь решаем? Решается задача с сужением пор, восстановление трофики тканей после неудачно выполненного срединного пилинга. Сейчас наносим препарат, который у нас нацелен работать на антиэйдж, подтяжку кожи, сужение пор будет впоследствии. Я вижу, у вас специальный белый такой, раньше не видели в других моделях, это Wand Healing, да, там, соответственно, в связи с тем, что у вас такая задача после пилинговые осложнения. Значит, да. Мы будем чередовать. Будет чередоваться восстановление структуры кожи. Угу. Антиэйдж. То есть с лифтингом. Угу. Хорошо, посмотрим, что из этого выйдет, какой будет результат. Да. Работаем иглой 1 миллиметр. Угу. А сколько процедур? А, вообще, это подать буду на платье, да, все, что? Да. Ну, так. Желаю.